Всем привет, с вами я, Джискиран, и добро пожаловать в пятницу. Сегодня у нас пятница, как вы уже поняли. Зачем я это повторил, я не понимаю, но да ладно. А раз у нас пятница, значит, настало время реакции на Мармока. И Мармок нас сегодня радует VR-ом. Блин, его очень давно уже не было, я даже подсоскучился. Надеюсь, будет что-нибудь интересное, забавное. Ну, как всегда, VR я люблю больше всего, это обычно самая смешная рубрика. Так что не будем тянуть и погнали. Так, стоп, что-то я не то нажал. Где-то не там кнопку. Видимо, не то, немножко не так. У меня руки... Не на то было. Честно. Зафиксировано, что-то пробел. За пальцы сосиски. Где мои костяшки? Воу. Я про тебя уже и забыл, пузырик. А чё? Иди сюда. Какая милота. Мягкий и воздушный. Как блевота в невесомости. Ну, допустим, а похоже. Морковка. Похоже, похоже. И чё сейчас произойдёт? А, сосиски. Уйди, пуфик. Чё? Что происходит? Ты чё это? Интересно. А, ты кушать хочешь? Дай грызи мой табак. Бля, какой недовольный. Капризюля. Тебе нравится морковка? Защику возьми морковку и соси, такая вкусная. Блин, мне кажется, ему очень удобно собирать грязь с пола. Тряпочка. Тебе нравится, да? Тебе нравится. А смотри одним пальцем. Он вторгается в него этим пальцем, мне кажется. Этот, напоминает эти, были фиговины, мячики на этой, на резинке, вот так вот, которые тоже мягкие, и в них воды набрать, если, ну, либо лизуна какого-нибудь, что-нибудь такое. Забавно. Одним пальцем ему больше нравится. Погоди-ка. Пидорюга мелкая. Мне спать? Надо уложить спать, это так мило. Баю, баюшки, баю, не ложись, на краю придет. Ва, как овец, у него глаза. Вот просто. Вот так вот. Реки, волчок, тебя схватит. А, это забавно. В общем-то, что еще было ожидать от Мармока? Собственно говоря. Итак, что у нас тут дальше? Сейчас готовить опять будет. Свой фирменный бургер под названием «Женские дни». Горчицу надо всю въебать, потому что в эти дни сладко не бывает. Нарезанный огурец как символ отсутствия того в эти дни. Папочка, папочку я буду. И вуаля, бургер готов к употреблению. Забирай эту бомбу отсюда, братан. Здесь есть стаканчики для картошки, фритюрница. Это... Я думал, это пакеты. Да, у нас есть картошка. Все вкуснее с картошкой фри. Да. Почему-то мне кажется, что это не картошку фри он высыпал, а пакетики с сахаром. Ну да ладно. Угощай посетителей этим кулинарным идеалом. Не стой столбом, неси давай. А, погоди, погоди. А, картошка? Все-таки была картошка. Убирай его с глаз моих, пока я сам на него не набросился. Алло, ку-ку, иди работай, здесь всем похуй на твое высшее образование, иди, сука, под нос неси. Опять обиделся, вот так всегда. Люди недовольны. Готов, неси, неси. Так, еще тарелку. Котлет побольше. Блин, место. Котлеты зажарились. Черт, сколько. Один сыр, двойная котлета. Хочу верхняя часть булки. Готов, готов, неси. Он дно не положил. Ну, в принципе, меньше хлеба, больше котлеты. Правда, держать будет неудобно. А, здесь нет нижней булки. Как мне? Брак, следующий заказ. Следующий. Котлета. Еще котлет. Больше котлет. Кетчуп. Хлеб. Все. Неси, неси, неси. Бля, тут два сыра надо было, да мундштук мне в жопу пошло, да все к чертовой бабушке, я собираю чемоданы. Я похож на Фредди Крюгера. Это сильно. Отрезка.
Кто подбросил отвертку к годовалому ребенку в игрушке? Ну, она, молодец. Наверное, пластиковая. О, лук. Воу. Фига. Вообще легкотня. Меткий, как мой папа однажды. Ого, это кто такой? Это Годзилла какой-то. Мехагодзилла. Это плазменная пушка. Штурмуй нарушителя. Нужно больше сил. Противник слишком силен. Меняю позицию. Прикройте мне спину. Иду в наступление. Мои лазерные катушки опустошены. Запускаю ядерную боеголовку РТКФР-1. Огонь! Не попал. Нет, снаряд пролетел мимо. Спасайтесь, кто может. Лепестки, лепестки синие, синие. Мармок впал в детство. Ну это забавно. Ну блин, на самом деле, когда ты ребенок, так оно и есть. Да блин, он крут. Лепестки красные, красные листья, листья красные. Чё? Так, а стебель какого же цвета стебель? Ну, естественно, фиолетового цвета стебель. Стебель фиолетового цвета. Красный листок остался. Воу, я карандаш слопал. Чья шляпа? Шляпа, твоя шляпа. Воу. Видимо, это были непростые карандаши. О, смотри, что тут под диваном нашлось. Это чё? Трансляция мыслей Халка, что ли? Где картинка? Может, кассету надо вставить? Родительская порнушка? Ну-ка, сейчас посмотрим, что батя здесь прячет. Понеслась! О, мультики. Что это? Микки Маус? Серьезно? Как он в жопу, Микки Маус? Где батина порнуха? Так, как этим управлять? Воу, он бабуля. Вроде несложно. Что с моими ногами? Бабуля, что с тобой случилось? Я не могу до лодыжек достать. О, господи, роза-то засохла уже. Не надо туда лезть. Воу! Я гляжу, ноги не основная наша проблема. Ох, мать твою, здесь лестница. Ну, ноги второй раз не сломаешь, так что с Бога. Хотя насчет шеи и рук стоило бы задуматься. Воу. А, это как вообще? Что за баланс такой охренительный? Спокойно. Баланс, конечно, зашибись. Нужно выбираться из этой ситуации. Ой-ой-ой-ой. Ау, башкатан, сука. Меня сейчас вырвет от таких каруселей. Помогите! Друг! Бабушке траблы! Иди помоги! Не бойся, я не обосралась, как тогда. Я подняться не могу. Ты, блядь, когда пол был последний раз? Сильно, сильно. Очередная серия сериала про лист салата. У тебя нет выбора! Отпусти заложника и выходи с поднятыми руками. Соси жопу, организуй мне вертолет и дай спокойно выйти с деньгами отсюда. Сэ, прибыл переговорщик. Чё? Да, я тут, алло. Ты уверен? Какая большая стиралка. Это точно переговорщик? Да точно, точно, ща охуеешь. Я отсюда спрячусь где-нибудь. А кто там, интересно? Заложников. Я тут, чтобы обсудить вертушку. Вертолет. Вертушку. Спокой, спокой, спокой. Без паники! Спокой. Скажи им, чтобы они меня не трогали.
Он с катаной, свин с катаной держит в заложниках девчулю в очках. Хорошо, хорошо, только положи катану. Откуда ты, блядь, вообще взял катану? А? Где мой вертолет? Чё? Я говорю, где мой вертолет? Чё? Чё ты сказал? Да, ты! Чё ты сказал, повтори? Говорят, ты любишь жопу. Чё? Чё? Тебе смешно, что ли? Где мой вертолет? Вылет? Нужно срочно найти родственников. Не стой столбом, давай, делай что-нибудь. Ребят, я, короче, заложника освободил, да, но мне нужны мешки. Такой себе из этого листа салата переговорщик. Минимум 3 штуки. Тектоник, что ли? Жесть. Хватит. Конилый. Бонжур, ёптыс. А, ребенок воровал еду у кошака. Что с кошаком происходит? Вопрос. Спасибо он за просмотр. Нормально, он ему в хавало дал. Я надеюсь, вам понравился видосик. Если вы искали какой-то смысл в этом VR-мульте, то не парьтесь, пацаны. Я сам по итогу не понял, что я сделал. Изначально задумка была совсем другом, но все уперлось в ограничение софта и его богованности. Но это другая история. На этом все. Здесь был гребаный Мармок и 20-й, кстати, юбилейный VR-выпуск. Ебите мне лайк, так что прям я висками почувствовал. Что? Я попросил лайк. Сегодня явно необычный день. И не забудь оставить свой оригинальный комментарий. Стеночка с комментами уже в пути. Ту-ту. Бля. Кот давился, но продолжал жрать кактус. Или как там правильно говорилось. Вот так же он с этим сыром. Увидимся уже зимой. Пока. Ладно, не будем этого делать. В принципе, ну да. Не будем изменять своим традициям и досмотрим до конца. Музычка такая расслабляющая. Ну все, в общем-то, на этом конец. Ну что, мне понравился VR, я люблю VR, VR забавен и интересен. Надеюсь, вам тоже понравилось, было интересно. Вы не забудете поставить лайк, подписаться на группу ВК, подписаться на Twitch, подписаться на YouTube, подписаться на Good Game, подписаться на Mixer. Ну, в общем, просто пройдите в описании внизу, и там будут... Там вся нужная информация будет. Ну, а с вами был я, Джискиран, мы смотрели видосик Мармока Банк VR. И я надеюсь, вам понравилось. Так что давайте. До скорых встреч. Пока.